Алга, Казахстан. Увидел недавно ваш видео в ТикТоке, где вы общаетесь с Асанали, если не ошибаюсь. Да, Асанали. Поверьте мне, в Казахстане есть такие ребята, казахи, которые не знают казахский язык. В этом не их вина. Вы пытались ему доказать, что он казах, должен знать казахский язык. Я не казах, я знаю казахский язык. В этом, ну, как бы, ничего такого противоестественного нету, если человек не знает. Есть регионы, где люди в основном разговаривают на казахском, ой, на русском языках. На юге редко встретишь русский язык, в основном разговаривают на казахском. Ладно, не суть. Я хотел вас попросить. Вот вы же вроде взрослый человек, да? С детьми разговариваетесь, пытаетесь. Я не пытаюсь, я четко разговариваю. Вы до них доносите информацию, да? Ну, не знаю, не доносите информацию, вы пытаетесь их развернуть. Вот вам понравилось, что сейчас творится в Украине? Я немножко могу вас не понять, давайте ближе к сути дела. Вам нравится, что сейчас в Украине происходит? Происходит война, такая же, как в 41-м. Нет, не нравится. Ну, вам нравится это или нет? Ну, как 41-й год, может, нравится. Пришли фашисты в Украину. Ну, просто ответьте, Алён, не уходите от ответа. Я же ответила. Вам нравится? Мне не нравится, что пришли фашисты в Украину. Мне не нравится, что пришли фашисты в Украину. Вы хотите, чтобы нравится. Это дальше продолжалось? Это не будет продолжаться дальше. Нет, вот смотрите, вы там казахстанцев настраиваете, да, против России. Нет, послушайте, да, давайте. Маленьких детей настраиваете против России. Давайте я вас удалю, потому что вы позорите Казахстан. Вы знаете, что ваши вот эти регионы, где говорят по-русски, это как маслом по ушам Путина. Там, где он слышит русский, он хочет спасать те регионы. Вы готовы их отдавать? Вы такой пришлите, знаете, вы этот мира, как это, мира, мирный, голубь мира, да? Вы хотите территорию отдать Путину? Да ну так отдавайте свои казахские.